Всем привет, на первом канале Плюс. Соответственно, у нас осада Манта Риджони продолжается. Я хочу красиво спрыгнуть. Атаку! Да, я вот так хлопал сразу. А потом с мечом. Вперед. Так, трое. Тебе конец! Четверо. Меня остановить? Так, давайте, комбинацию. Вообще, я сбил, вроде как, не должен. Ты видел? Я нашел его! Так. Дальше что? Слезай, или буду стрелять! Я знаю это. Слезай? Откуда слезай? Ты дурак? Потом поймайте, кто это? О, господи, такой конченый. Он до меня докопался. Они ломают ворота! Силы, говорит, интересно. Я, говорит, убиваю здесь у него всех. Что с ним делать? Дядя Марио, походу, тоже маленечко умирает от восторга. Я знаю, что ты там, Эцио! Папа рассказал мне все и про тебя, и про ассасина. И про это! О, да, сверление. Всем одной. Дай мне ружье, которое его друг сделал. Мы пролили столько крови. Думаю, пришло время очищения. Так что считай это предложением от моего семейства. Твоему. Что-то не фартануло нам. Баста! Я могу идти. Берегитесь! Они идут! Все на виллу! Аудиторе! Так ничего не выйдет. Ни шагу назад! Если... Чё сдох? Первый ушел, но у вас там сдох. Чистая работа. Действительно. Кстати, они под ногу. Здесь тебя ни за что не пройти. Их же было вроде больше. Вообще, камера сейчас очень странно все среагировала на происходящее. Так. Чё, обалдел? Уходите в святилище! За мной! Да, за мной. Ты хоть поторопись маленечко, дорогая. Я умру! Красивый эпизод. Быстрее! Я нашел его! Вы видели? Они только что стояли и упали. Анимали, помогите! Это вряд ли. Безумцы! Да, сразу все бегут, безумцы! Одного на самоте убил. Нормально так расстреляют. Тебе вообще походу похер, да? Я их задержу! Иди, иди же! Мы с Эрецио, мы думали, что вас убили! Пока нет. Куда ведет этот коридор? На север, за стены. Никогда не слышал о нем! Пропустите, я помогу нашим солдатам! Быстрее, Эрецио! Да, погнали. Где мама? В порядке? Я здесь, Эрецио! Грация, адьо.
Мы не могли бросить тебя. Путь будет непростым. Береги маму. Где Марио? Я думал, он будет ждать нас. Пехота Борджи окружает город! Марио мертв. Отправляйтесь во Флоренцию. Здесь слишком опасно. Найди коня. Ты не поедешь с нами? Куда ты? В Рим. Иди, сын мой. Такая дебаха с хитрой рожей сейчас прошла. Но не забывай, во имя чего сражаемся мы, ассасины. Перед тебе собирай. Сейчас упадешь. Такой, о, реально упал. Люси, я не могу засечь координаты ЧЭ Эцио. ЧЭ? Да что тут вообще происходит? Извини, частица Эдема. Минерва говорила о храмах. О том, что они помогут защитить Землю от опасностей, которые ей угрожают. А, верно. Для поиска этих храмов нам понадобится яблоко Эдема. Минерва изменила яблоко, когда коснулась его. Постой, мы на вилле Аудитора? Да. Наша последняя база в Италии. Тамплиеры перекрыли границу. Эцио спрятал ЧЭ в 1507 году. Но когда я анализирую этот фрагмент ДНК, он вспоминает что-то другое. Одно воспоминание внутри другого? Да, точно. Возможно. Возможно или точно? Кажется, у тебя было что-то похожее в Абстерго, не так ли? У Объекта 15 тоже наблюдалось такое явление, но она была беременна. Воспоминания родителей зародыша боролись друг с другом. Дезмонд не беременный, насколько я могу судить. Ну, разве что плотный побит. Ты можешь перейти к другому участку? Нет, не выходит. Это уже было. Воспоминания Альтаира не открывались, пока Дезмонд не повысил синхронизацию. Значит, что-то подобное могло произойти и здесь. Эцио в плохом состоянии, и это дестабилизирует память Дезмонда. Либо... Причина в том, что Ребекка не очень хороший инженер. Спасибо, козел. А что? Просто перечисляю возможные варианты. А это один из наиболее вероятных. Неженка. Здесь опасно. Средства сотового наблюдения видят сквозь стены. Ты хочешь сказать спутникового? Шутишь? Абстерго перешла на использование вышек сотовой связи. Волны проходят везде. Они найдут нас. Нет, не найдут. Идем. Итого, мы вернулись опять сюда. Вход перекрыт какой-то балкой. Здесь мы точно не пройдем. И что дальше? Дорога делает петлю и возвращается к шоссе. Нам нельзя здесь оставаться. У нас брезент есть? Нужно прикрыть фургон. Я не хочу давить на вас, но времени почти не осталось. Тогда помоги нам, Шон. Есть идеи? Ну, не знаю. Может, есть другой вход в святилище? Эй, вроде что-то есть. Так, мы что-то нашли. Куда идем? Да, Эцио. Так. За мной. Опа. Дезмонд, это было... круто. Обалденно. Это само собой вышло. Мы пройдем вот здесь. Сено само собой здесь вышло. Молодец. Ну, значит, мы вас подождем, поработаем мишенями для врагов. Вон, сено, прыгай, задолбал.
беси меня. А то получишь. Не включается. Наконец-то я на свободе. Я предпочитаю развлекаться по-другому. Дай угадаю. Ложишься спать в 6 вечера? Что? Дезмонд! Я умею веселиться. Очень убедительно. Убедила. Ладно, ладно. Вот спасем мир, я тебе докажу. А можно мне расписку? Есть свет. Пошли, да? Так, ура! Что это было? Я ничего не вижу. Беги, не дай солдатам схватить тебя. Корете! Ну! А второму Пашку стрелял. Они прошли здесь. А, ты ж без пистолета. Что? Эцио и горожане. После нападения. Теперь я их вижу. Дезмонд, это непросто. Но попробуй собраться. Сосредоточься на настоящем. А если я не могу остановить видение? Может, я скоро начну рисовать символы на стенах? Не шути так, Дезмонд. 16-й мертв. Давай сфокусируемся на настоящем. Давай. Заело. Отлично. Я туда пролезу. Лупцуй. Готов. Я там останусь. Ты сможешь поднять ворота? Нет, я пока еще не хочу кончить, как тот скелет. Да, оставайся здесь. Я поищу обход. А что, так сразу можно? Ну ладно, давайте здесь зайдем. Так. Я могу здесь пролезть в нижний коридор. А летучие мыши? Где? Ну мало ли, вдруг будут. Напомни мне не ставить тебя в дозор. Почему нет? Дезмонд? Снова призраки. Я здесь. Не уходи далеко. Тебя не зашибло? Нет. Мама не пострадала? Хер я знаю, кто ее здесь видит. Дезмонд, здесь не забраться. Кому как? Может быть, ты меня подсадишь? Плохая идея. Может, я подкину тебя, а ты схватишься за выступ? Это еще хуже. Иди за мной. Оу, видел я эту схему. Пойдем, дорогая. Может так? Что ты собираешь? Спасибо. Всегда, пожалуйста. Интересно, сколько этим тоннелям лет? Средневековье. К счастью, подпорки пока выдерживают нас. После стольких дней в анимусе я уже не уверен. Не хочу тебя обидеть, но ты очень растолстел. Да. Я сказала Ребекке опустить анимус. Серьезно? Нет. Наверх? Готово. Пойдем. Когда я был здесь... Когда Эцио был здесь. Ну да, а конечно, Эцио. Не нужно было тебя впутывать. Это неправильно. Но если серьезно, то, по крайней мере, я жив. И все благодаря тебе. Сосредоточься на своем пути, хорошо? На, мне вниз. И с каких пор этим занимаюсь я? Ну, если все рычаги дерну я, что останется тебе? Ничего. Умница. Готова? То есть она прыгнула в кубре, а прокатилась бочком. Тут и... переключатель. Чё за бред? Но он, скорее всего, не сработает, если есть куда залезть. Что-то открылось. Я тут застряла, но на той стороне какой-то рычаг. Отлично. Энцио принимает ванну вместе с Катериной Сфорца, а я плаваю в туалете. Да. Есть, получилось! Точнее, я не плаваю, что на самом деле. Собственно, нам придется туда прыгать. Но сейчас же можно держать. Впереди еще один рычаг. Иди сюда. Оп,
черт, как холодно! Хватит ныть! Тебе легко говорить. Ты же не плаваешь в какой-то средневековой помойке. А зачем ей, если ты плаваешь? Ты на что ей? Как я воняю. Ты преувеличиваешь. Но это не точно. А он так умеет тягать? Не забывай, ты живешь в этом времени. Да, да. Я чуть нахрен сейчас не упал. Вот тебе вообще нет по барабану, в каком я сейчас времени бы упал. Потому что сдохнуть-то мне один фиг не хочется. Готово? Давай. А почему это тебе не пришлось мокнуть? Потому что есть ты. Очаровательно. Я такая. Обалденно просто. Держу тебя. Спасибо. Эдсо! Мы уже на другой стороне! Эдсо! Я понял, Эдсо их обрадовал. Хрен вам, а не мост, типа все дела. А прекрасно. Нам? Мост накрылся. Здесь нам не прыгнуть. Есть идея, но понадобится твоя помощь. Встань у края и приготовься. Ну, давай. Готов. Фига, он ее кинул. Она сейчас чуть-чуть и долетел до тут. Может, бы только лицо, правда, ударил. Есть! Давай посмотрим. Да ты иди, чего там, а я тут сдохну на потеху летучим мышам. Прыгай давай. Отлично. Вот так огонь для летучих вроде мышей. Не пока попасть. Что да. Погоди. Да-да-да, у меня письменный палец не крутал. А-а-а! Лохи! Солдаты, я нашел вход! Короче, еще же в первой части показывали, я просто в прошлом так что-то не присмотрелся. Показывали, что у нее нет пальца безымянного. И сейчас оказывается, что палец есть. То есть, ну, попахивает заговором или невнимательностью разработчиков. То есть там пальцы-то все. Я тут подожду. Ладно, дай мне только опустить для тебя этот мост. Последняя пускала я. Надеюсь, что для тебя последний. Ха-ха, очень смешно. Я чуть не так полез, да? Здесь надо было пробежать. Есть! Спасибо, Дезмонд. Пожалуйста. Ой. Забыл пробел зажать. Три кнопки, чтобы бежать и прыгать. Ну, серьезно? Давай. Я тебя понял, тебя теперь посадить. Моя очередь сравнять счет. Готово. Спасибо. Уже что-то. Давай, колдуй. Так, по мне вниз, да? Там зацепиться не за что. Дальше тут непонятно куда, но остальное все. Так. Я сейчас так полазил, честно, уже хочется. Ну ладно, сам Бэтмен скоро. Я думаю, на следующей неделе лет в серединке у нас Бэтмен уже пойдет. Второй арк Сити. Ну вообще, что-то хочется в арк поиграть, наверное. Знаете, вот. Вверх? Шандер Уолт, который идет. Еще очень хочется нам Гарри Поттер. Целых 8 игр. Я в детстве проходил. Спасибо. Все мы классная команда. Обалденная команда. Я все делаю, а ты прыгаешь. Идем, Дезмонд. Идем. Идем. Побежали. Я вижу святилище. Я тоже статую вижу.
пошел ролик, да? Ого! Похоже, Эцио вернулся сюда после нападения. Но зачем? Дезмонд! Не задавай тупой Давай вопрос, не получится. Откроем поэтому. Дверь. Да, да зачем? Нам даже костюм он не оставил, видишь? А бежать быстрее нельзя. Прикольно. Тут что-то есть. Дезмонд, ты можешь открыть этот чертов шкаф? Да я все могу. Ну, не для тебя, дорогой. У вас получилось? Наконец-то, черт побери. Что это? Кажется, это оставил Эцио. Тут внизу числа. 14-19, 14-20 и 14-21. Может, приляжешь ненадолго? Нет, нет, все нормально. Ого, строили на века. Следов структурных повреждений нет, сотовые тоже не ловят. Здесь должно быть безопасно. Поставим анимус тут. Фигачи ставь. Так, здесь все в порядке. Шон, спрячь фургон в городе. И не приведи хвост. Что? Что это за вонь? Моя одежда. Ты что, плавал по канализации? Это все из-за Люси. Нам понадобится электричество. Можно подключиться к местной линии, но у нее мощность маленькая. А, ну да, конечно, да. А больше вам ничего не нужно? Не желаете ли икры? Может, связать вам красивые шапочки? Нет? Ладно, за мной. Сразу начинай искать распределители в Монтериджоне. У Ребекки есть штуки, которые направят ток в линию, проходящую под виллой. Не спрашивай меня, как они работают. Если бы я знал, меня не посылали бы прятать фургон. Так, ну я понял. Нажмите любой клавиши. Я нажал любой клавиши? Нажал. Так, дальше куда? А, дальше исчезли. Давайте логически мыслить. Это у нас сама вилла. Я думаю, три оставшихся где-то должны быть в самом городе. То есть он хотя бы спуститься. Хоба! Логика. Эль, логика. Так. Думаю, еще один должен быть с другой стороны. Вилла аудитория. Провода. Центр проводов. Найден. Еще одна. Побежали еще. А, вот провода вижу.
проход где-то. Yes. А, он вернется часам. Я вернулся. Ты как раз вовремя. Есть! Все подключено. Начинаем. Скучали по мне? Нет? Кто-нибудь? Всем насрать на тебя, ты засранец. Эй, я же с вами разговариваю, эй! Трудоголики. Начинаем. Так. Поговорить с кем-нибудь можно? Фига они здесь картину набрали. Да, можно. Ты знаешь, что обозначают эти цифры под рисунком? 1419, 1420 и 1421. Возможно, это столетняя война? Нет, постой. В 1419-м папа Мартин V прибыл во Флоренцию, верно? А в 1420-м он отправился в Рим. В том же году Брунеллески начал строить собор. А в 1421-м... В 1421-м... Кажется, нужно собрать больше данных. Ты что скажешь? А что мы будем делать с Абстерго? Посмотрим. Как только мы найдем яблоко, я попробую связаться с другими командами в Европе, но в Италии мы сами по себе. Помощь нам не помешала бы! Наши лучшие ассасины собирают информацию о запуске спутника. Мы нашли несколько точек, где может быть произведен запуск в США, Китае и России, но точных данных пока нет. Все, или что ты сейчас скажешь? А другие команды? Пытаются помешать Абстерго найти частицы Эдема. Насколько мне известно, Абстерго еще ничего не знает про храмы и яблоко. Возможно, в этом мы их опережаем. Что-нибудь еще скажешь? Нам нужно работать. Нам нужно работать. А ты? Ну, как тебе Монтери Джонни? Это не Монтери Джонни. Он существовал в эпоху Возрождения. Знаешь, каким он был в 1554 году после захвата Флоренции? Ха. Я думал, город тебе понравился. Похоже, он не изменился. Именно. История изучает изменения. Изменение — это жизнь. Если объект не меняется, значит, он мертв. Ты козел. Мне нельзя отвлекаться, Дезмонд. Похоже, у тебя много работы. Я устанавливаю малышку новые системы. Она становится лучше. Теперь Дезмонд сможет пережить эти воспоминания? На этот раз да. А еще что-нибудь расскажешь? Всегда была техногиком? Раньше я занималась спортом, но потом сломала ногу и открыла для себя компьютеры. Кто бы мог подумать, что программировать так же интересно, как летать на доске. Обратись к врачу. Возможно, у тебя проблема с надпочечниками. Потому что это ненормально. Ты дурак? Шон, ты конченый? Достижение. Спасите, помогите! Караул! Возможно, ты заметил, что я внесла изменения в Анимус и встроила новую программу обучения. Здесь ты сможешь похвастаться выученными приемами. Давай я открою одно из заданий. Действительно. Виртуальное обучение. Короткая серия убийц. За 45 секунд создать как можно больше бла-бла-бла-бла, как можно большую серию убийц. Вперед! Немедленно! Вперед! Бей его! Обалденно, а как от захвата попадает? Вперед! Живо! Есть!
9 набил. Бей его! Все, 9 и все. Вот. Просто от захвата еще не объясняю, как уклоняться, я что-то как-то не понимаю. На рабочем столе Анилуса ты найдешь другие задания. Позже там появятся новые испытания. Чтобы мозг не отверг воспоминания Эцио, нужно прожить их в том порядке, в котором они записаны в геноме. Выдели последовательность 2. Выбери ее и увидишь воспоминания, которые в ней находятся. Здесь будет стебли. Открыв воспоминания, почти ты сможешь новый воспроизводить его сколько угодно раз. А если там неприятные воспоминания? Дезмонд, это важно. Если захочешь сделать перерыв, выключай анимус. Ты выйдешь из машины в любой момент. Я готов. Не волнуйся. И еще. Повышая синхронизацию с Эцио, ты сможешь получить доступ к заблокированным воспоминаниям. Начнем. Выбери первое воспоминание. Он без меня сделает, да? Я ничего не трогаю. Дезмонд. Я тут посмотрел на пятизначные числа в сообщениях объекта 16 и обнаружил удивительное совпадение. Эти коды точно совпадают с координатами в базе Анимуса. Координаты достопримечательностей отмечены особыми значками глазами. Скорее всего, ничего интересного там нет, но кто знает. Прикольно. Женщина, вы кто? Кальматови. Боль скоро пройдет. Но это не точно. Куда вы меня принесли? Никуда, миссэр. Один человек оставил вас тут. Он что-нибудь сказал? Только что то, дебил. Что вам нужно встретиться с миссером Макиавелли у входа в усыпальницу Августа. Давайте я помогу вам одеться. Это оставил тот, кто принес меня сюда? Си, миссер. Рим, январь 500 года. 1500. Рим. Да. Вернее, то, что от него осталось, когда к власти пришли Борджи. А усыпальница? К сожалению, отсюда ее не видно. А если залезть на крышу церкви? Оттуда видно, но церковь закрыта. Это не проблема. Спасибо за все, что вы сделали для меня. Прощайте, добрая женщина. Адио. Здесь водятся тигры. Почти как новый. Найдите врача, когда он вылечит вас, заберитесь на колокольню, чтобы найти усыпальницу Августа. Принять его. Здоровье должно упасть ниже одной единицы. Бла-бла-бла. Да, погнали. Блин, какой он белоснежный. Это обалденно. Просто я рукам вот этот, я от него тащусь просто. Мне нужен врач. Врач. Да, бегать мы не можем, если вам интересно. То есть я пытаюсь как бы нажать, но он не хочет, так что надо дойти пешочком. Привет, друг. Салюты. Мне нужно лекарство. Дайте-ка посмотреть. В вашем возрасте лекарствами такую рану не вылечить. Вот, держите, это снимет боль. Со временем вы поправитесь. Грация. Четверо из пяти врачей посоветовали бы поставить пиявки, но в таких случаях они бесполезны. Я порекомендую вам моих коллег в городе. Вам угодно что-нибудь еще? Нет. Привет, друг! Когда ты в последний раз был у врача? В вашем возрасте, имбецилле.
Оба. Вблизи со вспышкой малярии на массовом поле ремонт и уборка. Эй, не хами. Ну, еще на плохо. Моя спина. Веди себя цивилизованно, ясно? О, перо. Понятно. Все стало резко не очень весело. Как минимум перья надо собирать. Прямо там флаг еще. За флагом сейчас тоже слазим. У нас должна быть полная синхронизация, я же ничего не потерял. А, понятно, вариантов нет, то есть должен спрыгнуть. Но сейчас говорят, все равно заплакал, какой же крестьянин сопротивлялся при аресте. Он узнает, какие порядки у Борджиа. Макиавелли подождет. Неожиданно. Женщина на коне катается, смотри. У них один дурачок отстал место. Я хочу вон тот флаг забрать, который я увидел. Что заставило мужчину вести себя так? Быстрее будет, если я вот так пробегу, не подниматься. Забавная ты обезьянка. А ты смешная. Трахну тебя первый. Забавное представление. Там не отметилось. Я же увидел. Че не отметился? Да уж. Он проворный. Я везде проворный. Отлично. Почти как по-настоящему. Вообще, у нас серия уже должна была закончиться. Никакой работы нет, раз, ни за деньги, ни за еду. Закончим серию. Мои соболезнования. Твой отец был хорошим человеком. Я понимаю, что это. Привет, Пинчу, давай выпьем вместе. Взял ты сразу какой-то нам в морду, ну блин, вообще к мужу, конечно. Эрколе, мастер своего дела, и он был крайне оскорблен тем, что в прошлую среду его жертва умерла слишком быстро. Так. А почему? А чё они, чувак, отмыли? Пора навести брата. По серии убийства идёт? Вон он! За ним! Быстрей! То есть, как только я... Я не сделал ничего плохого! Точнее, оружие иметь нельзя было. Почти как новый 100% синхронизации. Так, на этом мы серию закончим. У нас здесь задание прям рядышком. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока-пока.